Короче, что я узнал? Прикол. Ну, альпинизм, офигенно, смотрите. Вот это я хочу выполнить. А, получается, вот это и вот это, ну, вот я выполнил. Ну, короче, это не запущу, невозможно, окей. Получается, вот это я хочу выполнить. И вот это, только я не знаю, где самую сухую точку, ладно. И, короче, вот это, ой, то есть, вот это еще интересно, что это еще. Прикол в чем рассказывал. А, мой план в том, то, что я найду, ну, попробую понять, где самая высокая точка, получается, вот на карте, приеду туда, где-нибудь рядом я поставлю лагерь, то есть где-то между, ну, рядом с горой и рядом там, где можно ловить рыбу, вот и хайп. Просто прикол лагеря в том, то, что, ну, нужно подойти к херню, которая маршмеллов тут херачила, вот, нормально было. Вот, потому что нужно же маршмеллов зарабатывать, чтобы мне потом был дом. Ну, может, когда-нибудь даже домик на дереве. Это прикольно, это хайпово. Вот. Это лайк, это да. Вот. Ну, если правильно понял, вот это вот, ловить рыбу надо просто 10 раз, как бы, подряд, грубо говоря. Окей, несложно. Долго только, может, там 10 минут даже занять, наверное. Ну, я думаю, где-то 5 минут. Это там, да, рандом там скидывать надо будет плотно. Вот, и считать желательно. Бэт пацкинг. С медведями, конечно, хайп. Не знаю, буду их встречать или нет. Это было бы немного... Ну, я бы жестко заморачивался, если бы я ловил рыбу, а потом ко мне плотно приходил медведь, и надо было его отгонять бы. Ну, жестко. Продавать мороженое с выгодой. Можно мороженое продавать? Реально, я думал, а нахер эта фигня нужна? Вот эта вот мороженка. Она, оказывается, ну, её можно продавать. Я в офиге. Новое усовершенствованное освещение. Окей. Прикольно, прикольно. Типа, игроки будут покупать? Ну, нет, это геймба. Смотря за сколько, наверное, день за 50 маршмеллоу. Или за 25. За 10 это мало, за 25 это нормально, 50 это, наверное, много, не знаю. Так, и чё? Слишком много загрузки, у меня такое никогда не было. Так, дай бог будет русский чела. О, спасибо за чат. Очень его хорошо видно. Так, я помню, я был красным, сейчас я буду зеленым. Выбрать, это надо выбрать. Так, ну давай, чат откройся. Ё-мо, блин. Не повезло начать. Так, смотрим, получается, сейчас. Самая высокая точка. Я в душе ничего не делаю. Наверное, где-то тут. Мне так кажется. Каньоны, блин, или вулкану, так, допустим, сейчас. Короче, попытался загуглить, где самая высокая точка. Итог? Не знаю. Я так не смог загуглить. Короче, в планах просто гонять и искать всякие горы, не забираться. В этом весь прикол. Так. Тачку сейчас заспавним. Инвентарь давай, что мы сюда оборудуем. Лодку, фонари от медведей. Порыбачу, это, конечно, потом, да. Вот, так. Наверное. Спавним. Едем. Ну, тут хайп. Погнали. А, туда возможно. Так, вот туда приехать. Ё-мо, какого хрена? И думаю, что я воду нахер уеду сейчас. Так, нам как обычно чилы расслабоны людей. Так, погнал. Самая высокая точка, но она на развитой горой. То есть, либо там... Либо вон там, но там, мне кажется, выше.
Вот, альпинизм нахер. Тут ловится? Нет, подожди, даже не тут. Там. Это был бурят какой-то. Так, ну я реально чётко, что вот это вот. Типа, ну, реально. Так, поехали. Наверх. Ой-ой-ой, спорткар гоняет. Так, погнал. Давай. Ё-мо, всё капец, как лагает. Это бесит, типа нормально еду, и у меня как, ну реально нормально еду, чуть поворачиваюсь, он нахер лагает, и вообще, ну короче, комп говно, у меня полное. Ржавый металл, нахер так. Я не знаю, смогу я сюда заехать или нет. Очевидно, очевидно, ладно. Чей тут лаги? Это русский? О, Центр Ice Cream. Для отдыха. Ну как я, альпинизм мега. Так. Ай-яй-яй. Кстати, неплохое место. Внимание, давай. Давай тут на тегу, короче. Ой, блин, что я наделал? Привет, ты для отдыха? Да. Короче, смотри. Я хочу тут затегать. Плотное поселение нахер. Вот, нормально, я думаю, будет. Вот, и тут получается раз гора, два гора неподалеку. Там вот три нормально. Вот горы, я их поездию, да. Так, давай, палатки. Палатка. Палатка моя ставлю, получается. Ее куда-нибудь вот. Да ты издеваешься, ё-моё. Так, это не она. Короче, скажу, что окна на самом деле нихера не ок. Так, а куда мне так поставить, чтобы это не мешало, знаешь, чисто? Ой, я знаю. Так, смотри сюда. Так, смотри. Тегаем сюда. Да, давай, тегаем. Так, нормальное место, я думаю. Более или... О, не херовая, кстати, стоит. Стой, херовая. Да, подожди, она херовая. Надо... Это типа на горке, а надо... Поровнее. Это куда уехал? Я тут был. Ты подожди, что за бред? Подожди. А, мне херня получается место. Нет, подожди, это херня место. Подожди, красная? А, я правильно красная. Так, где нормально палатку поставить, но это бред, она мне херово ставится, видите. Где мне это получше поставить? Ну блин, что за бред? Я не знаю, это бред, короче, какой-то. Я не... Тут на палатку нормально не ставится. Не вижу. Хорошо, палатка будет не здесь, игра. Хорошо. Ё-мо, и теперь нихера не видно. Твою мать. Вы издеваетесь надо мной. Оу! Топ. Мне кажется, тут хороший. Бля, не идеально затегал. Все хорошо. Будет у меня получается здесь. Давай инвентарь. Теперь сразу же получается тегаем вот. Вот так вот. Маршмеллоу. Мой компсайт. Так. Thank you.
Так, отлично, маршмеллоу делается. Уже, наверное, пока что какое-то время потусуюсь. Нифига, что-то там красная машинка врум-врум делает. Это, конечно, весело. Так, вот нормально. Все хорошо. Навесик вот такой вот плотненький, нормальненький. Так, теперь инвентарь, давай тут стол ставим. Так, сделаем. Это все равно почему-то красное, я не знаю, чем это связано. Ну и пофиг. О, я знаю, куда можешь тогда цветок поставить. Вот так прям хорошо. Да, симметрия. Типа тут вот такой плотный цветок посередине, типа красиво. И тут типа, да, типа, и тут чел едят. Уже все съели. Вот. Ё-моё, что с столом сделал? А то стулья неровно стоят. Короче, я буду ждать утра, а потом на утро поеду, потому что сейчас неудобно. Может быть, еще, кстати, ночью порыбачить. Ну ладно, нормально. Ну пусть вот так вот будет нормально. Все, все. Так, дальше. Ну, костер, естественно, вот это так. Ну реально, чисто щел игра. О, птички поют. Утро, что ли? Блин, нет. О, глянь, там кто-то вдалеке есть. А, да, точно. Угу. Чел рыбачит, я тоже хочу. Так, давай сейчас порыбачим. Выполним как раз задание. Тебя там чел плотно плавает на лодке. Все, идем, получается, свою тюрьму. Давай, 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 и рыба, подплывай. Ну подплывай, давай, давай, давай. Ладно. Давай, 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 ловись. Блин, ну я дебил. Я ненавижу себя. Хорош. Так, все, она есть. Дальше. Одна из 10. Да блин, я дебил, реально, если ненавижу. Все, хватит. Давай, нормально ловим рыбу. Все, профессионал. Уже наловчился. Хорош! Рыба просто красава.
Вылавливаем всю руну нахер. Так, получается, это была вторая, по-моему, да? Короче, это либо третья, может даже четвертая, но да, не могу сбить. Это, короче, третья, ладно. Так. Ну все, я рыбу что-то не это все выловил. Да, я все выловил. Ну как бы бро. А, не, вот есть немножко рыбы, но ее походу сейчас поймаю, да? Да-да-да. Давай, плыви ко мне, пожалуйста, ко мне! Да, ко мне? Хорош, одобряю. Найс. Блин, я далековато кинул, я далековато. Я переловлю рыбу, давай, вот так. Хорош, все. Ой, дождь, блин. Давай, сюда. Так, это вроде у меня штамп пятая. Давай, ну лови. У тебя все получится. Хорош. Давай. Хорош, вообще легчайшая рыба. Так, это 57-я. Не, все, это легчайшая. Это есть гринкрафта. Так, ну давайте еще рыбу. Спасибо. Я не поймал. Блин, дебил. Да блин, нет, и рыбу, считай, отдал. Фак. Есть другая рыба. Все, поймал. Хорош, все, я выполнил задание, я выполнил квест, ё-моё. Все хорош. Так, ё-моё, там уже под дождем пора, короче, идти. Ко мне вот туда вот под навес. Все, я с гагавин. Я выполнил одно задание, осталось еще такое найти самую высокую точку. Это либо вот там вот, либо еще где-то там дождь закончится. Да. Ой, ё-моё, дебил. Да, и маршмеллоу отдали, я не понял. Там не было анимации, наверное, да. Просто обычно, когда типа ты эту фигню убираешь, тебе дают там маршмеллоу, ладно. Можно сейчас проверить опять же, смотри. Ой, ё-моё, а чё не дали? Так, мне это не нравится, ё-моё, я под маршмеллоу посрал. Ну, бесит, короче, ладно. Все, пора все собирать и сваливать. Да. А это что, это не надо забирать, что ли? Так, все. Поехали, допустим, сюда. Первым делом, потому что это похоже на то, что мне нужно. Давай, да какого хера? Что это? Ты охерел, машину переворачивает. Да это куда? Утес! Она 360 градусов делает нахер. 360 клип. Нормально. Машина должна нормально переворачиваться, и это, что она вообще делает? Чем так? Так, я могу по дороге взобраться туда, по идее, да? Но там в любом случае потом мне надо быть жестким альпинистом. Что? Машина-то вообще? Посрать. Иди нахер, машина тупая. Как она это сделала? У меня просто машина тупая. Ладно, идем пешком, короче. Же альпинист. О, глянь, там что-то есть. Можно, это реально самая высокая точка. Так, давай. Давай, альпинист негр. Давай. Хорош. Так, ну у меня вроде все получается. Дикий хардкор, я знаю, так. Давай, пошел. Какие мне еще какие-нибудь лавины снесет? Это херня, конечно, от жизни. Так, давай. Нормально, давай. Так, ну вроде у меня получилось. Самая высокая точка? А, не вон там. Там, по-моему, даже что-то есть. Блин, ладно. Сейчас я проверю, что это. А, бля. А, отсюда на этих летят.
Я думал, это просто для красоты, типа, можно вот так вот встать. А это там негры летят, и вот отсюда они тоже летят, прикол. О, там что? Тихо, главное не разбиться. Прикольно, это что это? Такое ощущение, будто спавн. Ну ладно, я тут потусуюсь. Так, окей, идем. Блин, я не туда реально забирался. Но я посмотрю, что это, кемп, кафе, типа, интересно. Так. Машину, как раз, там перереспавним. Ох, погнали там. Чела. Блин, тут потруднее взбираться, мне кажется. Хотя фиг его знает. Давай, давай, все нормально. Ну это, да, это, по идее, самая высокая точка, нормас. Нормалу. Ну все. Ачивка. Ачивка. Все нормально, нормально. Выполнил две ачивки. Это за сколько я времени выполнил? За 20 минут, нифига. Я думал, там был за 30. Это еще учитывая то, что я не сразу дошел и начал вот куда-то там ехать, а еще вот зачем-то кемпинг сделал по приколу чисто для рофла. Так, ладно, я посмотрю, что здесь. Скользящая платформа, реально? О, глянь, я тут мог по-нормально забраться. Ну ладно. Короче, не понял, что это, ладно. Так, тут интересно. Посмотрим. Прикольно, тут могут всякие арпочки отыгрывать. Ё-моё, дождь. Ладно, так, давай. Машину берем. Все, погнал отсюда. Ну, прикольно, все. Я выполнил эти два задания. Я теперь даже не знаю, что мне это делать. Поеду тогда сейчас заберу маршмеллоу и, наверное, выйду из игры. Ну, человая, да. Просто тут я хотел, чтобы были русские, там можно было с русскими почилить. А тут, блин, другие англишмены, я их языка особо не понимаю, но неинтересно. О, девочки, привет. Ну, девочки, блин. Дурачение. Правда, я не знаю, что я буду играть. Я подумаю. Тогда я просто телепортируюсь. Домашние палатки, чё? А, я все снес, реально? Точно, забыл. Тогда окей. Не, ну все тогда. Это было классно, весело. Выполнил я, получается, все вот такие вот задания. Да. Было бы, знаешь, прикольно, если бы тут еще были какие-то квесты по типу награда 50 маршмеллоу, отпугни 3 медведя с помощью вот этой херни. Было бы прикольно. Ладно, так, подводный план. А, я же еще не нашел сокровище. Ё-моё. Ну, пухер. Ваш местный механик. О, ну я мастер-механик, я вот играл в этот. В ту игру я вообще максимально крутой механик. Вот. Я там 20 левел был. Вот, вот, вот. Давай посмотрим, что тут за механики. Так. Ну, выглядит, если сейчас сказать, ущербно. Ну ладно. На первый взгляд. Зивок легенд, что ли? Возможно. Типа, что это вот? Если это реально Иргирия будет, то типа, ну, поднимем машины, что? Что с ней делать-то реально? Ну, типа, чинить, а что, а как, а... Где запчасти, чего? Так, давай, кэш, тотал починки, то промоу. Давай. Пакел, охладитель, нефтяной. Так. Скилли. Так, это игроки. Мне кажется, нет, кстати. Игрок, игрок, игрок. Чё, подожди, это же мой гараж, по идее, разве нет? Или вот этого гаража? Да подожди, у меня нихера не пропустилось. Чего-то это, наверное, мой гараж. Ууу, ну это банк, конечно. Так, открывайся. Давай, мне нужно. Нихера не понял. Так, давайте машину ко мне заезжать, я буду пытаться ее сочинить. Мне даже не знаю, что это.
Зачем мне это? Стой! Так, машина, едьте ко мне. Ау, о, багажник. О, что тебе надо? Я открыл багажник, там труп. А. Я нажимаю. О, получилось. Мне помочь хочет. Хер ли ты делаешь? Так снимись! Что делать? Подожди, может мне должен что-то взять? Тихо, тихо, тихо. Я не знаю, что делать. Я это прикручивал нахер обратно. Что ты хочешь от меня? Короче, игра какая-то говно, я ничего не понял. Да, очень интересно. О, хайп, 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 хайп от души. Ладно, какую бы мне игру еще поиграть? В Roblox. Roblox. Залинкировал в Roblox. Ну, во-первых, надо просто посмотреть, поискать, что сейчас популярно даже вообще. Может, там что-то из популярного будет реально хорошо. Может быть, это плохо. Так, ну, как обычно, все тут залагал, я привык. И давай, главное. Так. Ну, тут можно будет что-нибудь посмотреть. Давай посмотрим. Рейс клик. Не, я знаю, что я хочу поиграть всем. Не знаю. Вот в ту игру, в которую я играл, только там поменять тачку мою начальную. Это как ту, которую я купил за 30 долларов. Она полная фуфло. Она ни хера не поворотливая и, по-моему, ну, не знаю, быстрее и медленнее, но она не поворотливая, это просто на поворотах как бы я еле-еле вхожу. А если меня кто-то поранит, то все, это бан сразу. Потому что я в этот момент, ну, пока развернусь, пока повернусь, и уклониться не смогу, и протаранить я пока. Они легко могут уклониться, вообще жить. То есть мне надо вот тут тачку начально, она более-менее поворот. Так. Иди нахер. Так. 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 Да я хотел тачку поменять.
С другой стороны, если я останусь на сервере, я буду получать, наверное, много денег за то, что, типа, там второе. Или первое место, но с другой стороны, так неинтересно. Вот. Поэтому да. Ой, да мне опять нахер залагал, как это бесит. Давай, сейчас зайдем на другой сервер. Кто тут еще максимум интересно? Неплохо. Давай, сходим. Вот. Прям хочу, чтобы жесткая миссия ласточек была, чтобы я наконец-то мог поменять из-за вот этого говно тачки нормально. Но она не поворотливая от слова совсем. Ну, просто это реально дичь какая-то. Вот. Я тяжелее, что я ее купил, конечно. Хотя что я ожидал, она же всего лишь 30 стоит. Хотя с другой стороны машинка уже бесплатная, а лучше как-то вообще. Вот, ну ладно. Эпичный. Гонка в процессе. Это открывай быстро. Блин, ё-моё, ладно. Владелец. Пойдём, у меня теперь эту тачку. А чё, что есть? Вот такая. Самая дорогая, это... О, блядь, 500. Это что? Чё тут 1500, а тут 350? Не знаю, ладно. Самая дорогая, это получается... Тут дофига тачек. Глянь, какая. Ну, начально реально лучше. 2.350. Буду, наверное, копить на 350, я не знаю. Может быть, Коди Уэйр лучше будет. Ну, реально, ну, вот это реально вообще прям... Просто прикольно. Ну, значит, Коди Уэйр куплю. Попозже. Блин. А что-то еще есть? Наблюдать. Это говно. Ностальгичный звук, кстати. Торговля. Не, ну кстати, подожди. Торговля машинами? Я продал эту машину. Вот раз за 30, что она полное говно. Так. Это вот это, да. Я вот ее хочу отдать. Ты ее. Нам не нахер не нужно. Давай, что-нибудь еще предлагай. Что это 200? Ну ладно, готов. Ну хотя бы за 200 продать, я не знаю. Обмен завершен. Да, да хотя бы за 200 отдать нормально будет. У него выгода $100. Мне тачка просто не нравится, говорю. Полная говно. Так. Все, у меня теперь 495. Плюс получается... Блин, блядь, 5 не хватает на Грега. Давай. Я это не люблю, боже. Так. Ну ладно, хорошо. Блядь, где до сих пор владельцем остался?
Это как? Ну, наверное, все уйдут. До сих пор владельцем остался, это как? Все, я уже перестал быть им владельцем, иди, да? Не, все равно владелец. А, прикол. Ну, мне вообще эта очка не нравится. Вот, хочу, получается, голову. Ой, вот эту. Для этого мне надо поднакопить, конечно. Так, окей, выходим отсюда. Средняя, да давай легкая. Я что-то должна. Фига, можно с самого начала нафиг. Нет, спасибо. Лучше будет так же сгонять. Просто сейчас вы увидите разницу между той тачкой и вот этой. Это реально лучше. Знаешь, что я начинаю боевик брал. Вот эти тачки, по-моему, ущербные, да? Вот, знаете, я не знаю, но я их не берусь. Не кажется ли она тоже неповоротлива? Все такие. Не, ну она реально поворотливника. Ну хрена возьму. Ай! Блин, реально, она тоже не поворотливый, серьезно. Нет, я не хочу врезаться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что, почему? Почему? Твою мать! Не, ну она тоже не поворотлива, оказывается. И фиг его знает. Тварь! Да, нахер. Ну да. Или все-таки поворотливая она? На поворот она ходит фигово. А так, мне кажется, она поворачивает лучше. Да. Наверное, все-таки она... Ну что, мне то реально брать? Я могу... Да не, ну фиг, вот я сейчас накоплю просто денег, вот 500 у меня будет, и я куплю ту тачку. Нормально, поэтому копим. Мне же 5 должны прийти дать, да? В теории. Блин, ну я вроде более-менее догоняю. Ну да, я точно догоняю. И он меня точно догоняет. О, щит. Не-не-не-не-не-не-не, ты охеревший. Да тупой нет, ну почему? Я сам себя заскокал. Ладно, обгоняем, обгоняем. Ха! Да как ты так сделал, в смысле? Ой, чё, не врезался в него. Давай, 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 давай! А, блин, не знаю. Наверное, не получится мне его обогнать. А почему вроде... Ай-яй-яй, да ты как? Почему? Почему он меня протаранил, а я его нет? Какого хера? Типа он меня протаранил, я отлетел. Ну я его тоже протаранил, ему похер. Тварь тупая. Все, покупаю, даже 550 сейчас, за 550 купил. А можно купить, алло, алло, алло. Так. 175, так, смотрим. А, не, ну за 550 тут нет. Ну ладно, все, 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 покупаем, покупаем. Все, владелец. Винерс, хорош. Все, Винерс. Хорошая тачка, мне нравится. Все нормально. Надеюсь, она будет хорошей. Я думаю, она уже должна быть нормальной, так.
минимум. Бонусный раунд. Ликвидация, ликвидация. Не, ну окей, ладно. Какая-то ликвидация. Офигенный выбор, спасибо. Прекрасный выбор. Мне нравится. Это как? В смысле, типа, мы будем друг друга таранить, у нас будет ХП? Или ликвидация? Я не знаю, реально. Ой, все красное. О, я первый. Или вертолет? Он нас будет стрелять? Разогреться. Ни хера не поняла, но очень интересно. Ой, так у этой тачки меньше скорость. У меня тогда было 195, что ли, а у этого глянь, что это за дерьмо. Ну, кстати, и вроде все равно быстро. Не, тачка как говно реально. Слишком медленно едет. Кто там исключен почему-то? А почему он был исключен? Это типа последних исключают? Ладно, обязательно посмотрю, надеюсь. Это тварь. Ладно, нихера не увидел за сетки. Нормально. Хорошо. Не, ну тачка все равно прикольно просто выглядит. Да, там, да, последних исключаю. Ой, тихо, не обними, чё, пожалуйста, не хочу умирать. Кайповый режим. А тут кто последний останется? Нет, пожалуйста, нет, я не хочу умирать. Давай, раздум. Вон, спокойно, нет. Ё-моё. А, блин, ну нормально, третье место, не четвёртое, ё-моё. А чё, реально, скорость разгоняет херово просто максимально. По какой причине ты такой ущербный, брат? Я недоволен. А, давай ходы повожу какие-нибудь. Я поищу на эту игру ходы. Ну, как она называется, эта игра? Я посмотрю. Я не могу посмотреть. Вау, охеренно, спасибо. Блин, я успею их поводить вообще. Ну, допустим. Да исчезнь. Как это бесит? Кто тут легко?
какой сейчас язык? Охеренно, я должен был быть английским, я сейчас нормально. Ладно, веду в следующий раз ходы, боже, как ты бесишь, пытка смерти поносили. Так. И... ну, город класс теперь в самом конце, ладно. Блин, ликвидация кайфового режима, мне понравился. Хочу еще. Так, давай, я гоню быстро. Лянь, каким жестко вырос вперед сразу же. Хорошо, хорошо. А это ты тупая, тупая! Этина мразотная. Да херена. Почему я так не могу, а? Это суперспособность какая-то. А, блин. Ха-ха, бот. Блин, их надо как-то догонять. Но попусту он мне никогда в жизни не догонит. Блин, как они там все смачно гоняют, кайф. Пошел, пошел на разгон. Догоняю более-менее их. Но это попусту он сидит жестко, все. А главное, в него не врезаться. Хорошо, обогнал. Обогнул. Ну ты их вещей терял. Не считаю. Блин, главное сейчас жестко аварию не устроить. Не слиться. Тихо. Блин. На, хорошо. Ай. Так, я бегу на бонзовки, ай! Так. Что происходит? Да почему? Пожалуйста, не надо! Хорошо! Ай! Ай! Ой! Да блин, нет! Нет! Что-то она происходит! Да ты тварь! ВВП опять в конце! Ладно, я хотя бы догоняю. Ай! Давай! Гони! Ау. Давай. Там впереди паников две одинаковые тачки, прикол. Нормально, пятером тут. Хорош, просто красава, красава. Давай, нормально идем. Ух, плотно. А ты какой-то медленный стал? Ай. Блин. Ну это дикий фарфор. Тихо. Какое пятое место, вы издеваетесь? Ау. Вы тут все столпились жестко. Ай. Хватит. Прекрати. Так. Да блин. Твою мать. Я был на втором месте. А под конец просто вся толпа перемешалась и нахер меня выкинули. Ладно, сколько позже, да? Давай. Мега апдейт. Так. Давай, ходы. Пойдем. Мы знаем сказать так. Вот это сложно вообще код. Это я правильно вел? Конечно. Это дикий подход. Да блин! Я понял, в чем ошибка. Ладно, похер на голосование. Получилось? Немножко денег дали, окей. Вот код очень дико фарфорный для меня.
Сладко на отеле, говорится, хорош. Так. Ой, я впереди, повезло. Мужик, вот в аниме это жест. О, смотри, сейчас это все в движении придет. Вот это дичь будет. Фу. Ну, я подготов. Ага, фиг тебе. Хороший, уже первый. Не обгоните, надеюсь. Не могу, конечно, где-то заложить. Ну, глянь, топ-1 сразу нафиг. Они все едут за мной. Пец! Жестко. Хорошо вошел. Найс. Ай-ай. Нет, тут 6 кругов, как бы я не думал, что 6 кругов у меня получится удерживать лидерскую позицию. Учитывая, что они прямо на хвосте. И всей толпой нахер. Еще из-за этих флагов. Когда мне все скорость сбрасывается куда-то. Это либо из-за тачки, либо из-за. А, он прям на хвосте! Ты охренел! На! Хорош! Просто унизил! Сбил его! Увидели? Офигеть! Я офигею! Ладно, допустим. Они далековато. Ну, как далеко? Ну, догоняют, короче, да. Ладно. Ой-ой-ой-ой, плохо, плохо, собак, собак. Так, ну нормально, я уже 36 кругов первый. Прикинь, если так до конца катки будет, я буду в шоке. Хотя это будет первый раз, когда я займу топ-1. Чего такое эпичная музыка? Ватапкар не надо. Не! Че, как плохо. Это очень плохо. Давай, 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 давай! Ро-о-о-о-о! Нет! Ты так перенил! Ты издеваешься! Тут за всеми следить надо. Нет! Твою мать! Еще есть шанс. Это, конечно, пипец. Было в первом месте тут, ну вот то, что произошло, я говорил. Кстати, мне кажется, один догадываюсь, что так подрезать. А, ну охрененно, почему я никого не обогнал? Последний круг, и я последний, найс. Ну я был первым зато большинство времени. Да, давай нахер. Да почему? Не, я охренела от жизни. Почему я на землю поеду? Топ-1 считаю, я считаю, что это топ-1. Топ-1. Ну, я больше в то времени был топ-1. Следовательно, я в итоге должен быть топ-1. Факты, он не факты. Ну, я с Гагавин. Так, давай, будем воды. Он задрал, не, он аутист конченый, чтобы он сдох. Короче, чел, который будет когда просто аутист, ой. Мразь котины. Так. Голосуй за трек, ну ладно, давай. За этот. Ладно, за этот, вот так. Коды. Но опять тут бесит, когда максимально сложные,
Или нет? Ой, охерели! Я почти код ввёл! Охерена, я вообще-то все правильно ввёл. Ну, короче, баги-баги. Так. Ну, нормально. Нормально. А, блин, надо чего не жестко угонять. Да чё это за лайки тупые? Короче, стой, сейчас топ-1, просто попробовал. Он не факт. Так, давай. Блин, бесит эти повороты, реально. На! А чё, я его протаранил, а он в итоге не улетел в кювет, почему? Ну, в итоге я улетел, какого хера, так не работает. Чего вообще происходит? Что? Ой, это читы? А, да, скорее всего. Блин, читер. Ну, это страшно. Около читера прямо, ау! Пипец, это жестко. Это дико. Два читера? О, да, два читера, понятно. Два друга читера. В видимости. Два брата акробата. Три брата акробата, вы охерели? Ты читера, это не норма. Это не норма. Сори. Офигенно. Сори за читы. Да, давайте хотя бы кликнем из читеров. Ну, может, я сейчас не читер, я не знаю. Я не видел его скин. Наверняка. На, нахрен. Да что, откуда он спавнился здесь? Еще не знаю, что это за красная линия, она может, типа, ну, это, ну, по идее, это за нее нельзя заезжать, но уже быстро, мало ли. Я не хочу это проверять. Я сюда прикольно. Встретил, нет. Что-то все дико лагает. Тёма, отстань. Что с тобой? Я никак не понять, где ты? Где ты? Что ты делаешь, сидя такой? Читер, перестань. Я не понимаю, что ты... Тебе радостно, что ты сможешь вообще скачать? Как бы... Перестань, не надо. Не, ну потом, наверное, на него репорт кинуть, только надо посмотреть, что у него звонит. Вроде даже панда. И Герман, по-моему. В охоте за ником. Ладно, я в душе ничего, чем у него денег. Ну, короче, этот сервер заплатили читера, поэтому я не хочу играть, чем мне деньги дадут. О, чел с голосовым чатом есть файл. Все, уходим отсюда. Ну да, жесткие читы, конечно, это я офигел. А чтобы еще поиграть. Да ты что, у меня не залагала? Прикольно, прикольно. Это, конечно, прикольно, прикольно. Так. Типа друг играет в бэкпакинг, давай я удалю нахер эту девку из друзей. Она мне не нужна в друзьях, что это, зачем она? Hello, I'm Omega. О, из Украины, так тем более, ладно. Это рафл. Все, иди нахер, ты мне не нужна. Хомячок Жора, найс. Это не хомячок Жором. Все, давай. Давай, сейчас обновлю. Ну, нахер, ты нахер отсюда.
Вот. Мне этот хамстер не нужен. Давай. Я жду. Супер. Так, что мне теперь делать? А что мне теперь поиграть еще? Манекены против нубов. Прикол. Дистанцион. Дистанцион. Обновление. Суфи. Мультиверс оф Суфи. Ладно. Разрушьте мост. Город. Майнинг симулятор. Но я играл как в этот майнинг симулятор, так и в другой майнинг симулятор. Майнинг симулятор. Ну, как его знает, играть нет. Нет, нет. Создайте магазин. Допустим. Вот создайте магазин. Это я понимаю, создать там магазин. Такой может плотный, что пипец. Магнаты всякие. Интересные. Симуляторы, кликеры. Моделирование транспортного средства. Хорошо, звучит хорошо. Драйвинг симулятор. Я помню, тут дрифтинг симулятор. Вот я в эту игру хотел поиграть, но не мог ее найти, по-моему. Да, вроде эта игра. Вот. Там можно плотно прям гонять скорость света. Ладно, еще гонки устраивать. Да. Кстати. Нормально. 382 мили. Ну кто-то вообще 3К нагонял, поэтому, как обычно, в меня. Догоните меня! Да, вот бы за мной догонялись так спауном. Клэмада, кстати, теперь вот ежедневный хрень. Какие-то тачки, не помню, какие круты, какие нет. Таски есть. Диарм. 15 тысяч кредит. А? Жестко, так. Юма, что это вообще? Гараж. Новый здесь. Раскраски. А, нифига! Прикол. Что это как? Ха, прикол. Ай. Ай, не знал. Теперь так можно. Прикольно, прикольно. Ха. Да я не хочу тут ничего ставить, кстати. Может только, кстати, какой-нибудь спойлер. Но нет, и тачки, стой. Cars. My cars. Давай, посмотрим сам. Вот это. Не? А, вот это. А, ну они тут по крутости, а нет. По... Вот это самая крутая. Но она какая-то такая, знаешь. Вообще, почему-то не смахивает на тас, но королечка это такая. Это такая. Что это? Прикол. Так, окей. Погнали, короче, бэк. Сейчас запомним. Я могу тут ездить. Всё, давай. Спаун. Эта тачка. Драйв. И погнал. Да, ну нормально. Ну знаешь, хочется какую-то более гоночную тачку купить, потому что это, ну, как ты знаешь. Ну, кого-то не похоже на гоночную. Но раньше у меня была тачка похожа на гоночную, сейчас какая-то она такая. И тут чел гуляет, это что ли игрок или реально похоже? Ладно, так. Плотно ускоряемся. Гоняем скорость света. Ну, хайп, короче. Ну,
Еще нравится то, что... Ау, блин. Смотрю, типа, можешь просто ехать на огромной скорости и постоянно куда-то поворачивать, так вообще может не просто бесконечность ездить. Главное не врезаться, конечно. На поворотах это делать крайне сложно. Блин. Надо было на заехать. Да, в ком-то, мне кажется, фиговом месте. Да, на повороте включить эту херню, но я гений. Не, сюда лучше не заехать, самое фиговое место для меня. Тихо! А нет, что со мной, ладно, прикол погонял. Ну прикольная игра, я хотел, но я вообще хотел найти вчера, по-моему. Позвучи. Сейчас уже нет, сейчас уже бан. Да. Ладно. Белался, погонялся в Roblox. Так, выйди сеть сюда, мяч. Понимаю. Все нормально. Ну, выйди, давай закрыть программу. Да, классно, мы сообщаем, что Microsoft и ушли от нас нахер. Так, окей. А если я это закрою? О, все, ура, победа. Ура.